Я всех приветствую на развлекательном канале Наталья Соболев, Израиль. Сегодня я продолжаю знакомить вас с нашим красивым городом Афула. Мой голос восстанавливается, и я вскоре могу много рассказать про наш город. В видео вы увидите красивую площадь, офисные здания, новую парикмахерскую и новый магазин. Я покажу выступление израильского артиста оригинального жанра, фокусника иллюзиониста Томара Дудаи. И загадаю 3 загадки. Наш город за 20 лет так изменился, что действительно стал новым городом. Новый город Афула. Построены шикарные проспекты, фонтаны, улицы все засажены цветами. Вы посмотрите, как цветут красиво розы. А это новое офисное здание. Внизу на первом этаже находится парикмахерская. А сейчас выступает израильский фокусник иллюзионист Томар Дудаи. מקסימה, ואני רוצה לך פרס מיוחד. איך את עם קסמים? את אוהבת קסמים? את יודעת לעשות כמה קסמים? רגע, בואי. לא? אני רוצה להראות לך את הקסם הראשון שאני עשיתי. זה היה בערך בגילך, אני הייתי אז בן 6. זה היה במטפחת הזאת. תבדקי אותה. איזה צבע זה? אדום, אדום, אותו דבר. תסתכלי, אני לוקח את המטפחת ואני שם אותה בתוך היד. מה שאני אבקש ממך, אנסטסיה, לעשות על היד פוק. פוק. נעלם. תעשי שוב פוק. וזהו, זה... את רוצה לדעת איך עושים את זה? אוקיי, אז תסתכלי אליי רגע. אל תזוזי, אני אבוא עכשיו, ומתוך האוזן שלך, אני הולך להוציא משהו. שימי לב, מתוך האוזן שלך, מרגישה פה משהו? הנה, 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 הופ, 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 הופ. זה יצא, זה שלך. מחר תוכלי להקסים את כל החברים שלך. חברים, תרימו ידיים וטוב, באמת לא טוב. А сейчас я загадаю первую загадку. Вы помните стихи Корнея Чуковского? Как у наших у ворот чудо-дерево растет,
ни листочки на нем, ни цветочки на нем. А дальше я переделаю стихотворение. На нем ёршики растут и здоровье берегут. Вопрос: как называется это растение и как эти ёршики берегут наше здоровье? А листочки у этого растения просто необыкновенные. Если потереть их, то можно услышать запах лимона. А сейчас, мои дорогие, вторая загадочка. Сейчас идет Страстная неделя, Великая Седмица. Так называется неделя перед Пасхой. В это время вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие, погребение Иисуса Христа. Но еще вспоминаются Его чудеса. А вопрос такой: каким чудом Иисус осветил брак? Обратите внимание, очень интересный кафетерий, он же и магазин, находится в Афуле в новом районе. А сейчас третья загадка. Загадка, шутка, притча, быль. Итак, вопрос. Нет ни окон, ни дверей, а внутри сидит еврей. Все ответы пишите в комментарии под видео. Кто отгадает мои загадки, у того я посмотрю 5 видео. Поэтому отгадывайте, пишите ответы в комментарии под видео. Там будет написано время, когда вы отгадали загадку. И по этому времени я могу определить, кто первый отгадал. Большое всем спасибо за внимание. Я не прощаюсь с вами. Я пошла лечить горло. Всех люблю, обнимаю. И всех поздравляю с праздником, мои дорогие! С началом недели страстной, Пасхи!